27 апреля с обращением к народу Казахстана выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Он объявил о новом подходе к карантинным мерам в стране. Поэтапно будут открываться предприятия. Во многих городах Казахстана возобновил свою работу общественный транспорт. В Уральске разработали график посещения дачных участков. Машины с госномером, начинающимся на четную цифру, могут ездить на дачи во вторник, четверг и субботу, с нечетным – в среду, пятницу и воскресенье. Дачные маршруты начнут свою работу 29 апреля. При этом все перевозчики должны соблюдать меры безопасности. Водители и кондукторы автобусов должны на конечной остановке обрабатывать салон автобуса дезинфекциями. Сами должны одеваться, воспользоваться санитарными защитными средствами, то есть быть в маске и перчатках. Между тем, 28 апреля многие горожане начали жаловаться на работу общественного транспорта. Автобусы приходилось подолгу дожидаться на остановках. Этому есть объективные причины, отметили в отделе пассажирского транспорта. Автопарки стали испытывать финансовые проблемы. На сегодняшний день на линию вышло порядка 40 единиц автобусов по всем маршрутам, по 27 маршрутам. И данное количество мы будем наращивать, то есть увеличить со временем. То есть сегодня, будет у нас автобусные парки работать над тем, над увеличением количества автобусов. Пока по потребности сейчас автобусы удовлетворяют. То есть утром, когда идет поток пассажиров, которые идут на работу, автобусы передвигались. До обеда, в обеденное время тоже будет передвигаться и вечером. В ближайшее время количество единиц автобусов будет доведено до 200. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42.